Представляем вашему вниманию коляску для двойни TFK Twinner Twist Duo, предназначенную для детей от рождения до 3 лет, весом до 15 килограммов. Таким образом, общая нагрузка на коляску до 30 килограммов. Эта коляска удобна тем, что ею можно пользоваться в двух комбинациях. Либо установить две люльки для новорожденных малышей, либо два прогулочных блока для подросших детишек. Итак, чтобы установить люльки на шасси, необходимо закрепить металлические крепления. Они уже входят в комплект. Прикрепляем металлические направляющие, заднюю при помощи кнопки и переднюю на застежке. Затем берем люльки и ставим их на направляющие. Вот и все. Рассмотрим люльки поближе. Люльки предназначены для детей от рождения до 6-8 месяцев, в зависимости от веса и времени года. В этом возрасте ребенку очень важно лежать на твердой, ровной поверхности для правильного формирования спины. Наши люльки с жесткими каркасами. Они достаточно широкие, 31 см, и длинные, 78 см. Большой водонепроницаемый капюшон с козырьком защищает от ультрафиолетового излучения 50+. Капюшон имеет удобную ручку с мягкой накладкой. Ручка центрирована, то есть центр тяжести остается на месте. На задней стороне капюшона мы видим вентилируемую вставку. Капюшон легко отрегулировать или убрать при помощи красной кнопки. Чтобы вернуть капюшон в исходное положение, просто подтолкните его рукой. Накидка на люльку защитит малыша от ветра и непогоды. При необходимости ее можно снять. Внутри люльки мы найдем матрасик с чехлом. Чехол матрасика можно снять и постирать при температуре 30 градусов, как и внутреннюю обивку люльки. В нижней части люлек есть кармашки на молнии. Здесь же мы видим две небольшие сумочки. Они легко крепятся к раме коляски на липучке. Обратите внимание, люльки можно установить только в положении лицом к маме. Чтобы снять люльку с шасси, потяните металлический фиксатор в передней части люльки. Давайте посмотрим, как использовать коляску с прогулочными блоками. Чтобы установить прогулочное сиденье, нужно снять крепление для люлек и установить прогулочные блоки при помощи кнопок или липучек. Обратите внимание, прогулочное сиденье можно установить только в положении лицом к окружающему миру. Прогулочное сиденье предназначено для детей от 6 месяцев. На прогулочных блоках мы видим большие капюшоны с козырьками и смотровыми окошками на липучке. Капюшоны легко отрегулировать или убрать при помощи боковых фиксаторов. Вот таким образом. Пятиточечные ремни безопасности с мягкими накладками регулируются по длине. Их легко расстегнуть маме, но малыш не сможет сделать это самостоятельно. Защитный съемный бампер обтянут тканью. Его можно отрегулировать по высоте при помощи боковых кнопок. Подножка регулируется в нескольких положениях при помощи фиксатора снизу. В комплекте имеются две теплые накидки на ножки. Они легко крепятся к коляске при помощи липучек. Наклон спинок регулируется в нескольких положениях при помощи молний. Просто расстегните молнии и выберите оптимальное положение. Есть положение для отдыха. Четыре надувных колеса с легкостью справятся с любым бездорожьем. На колесах стандартный автомобильный ниппель. Передние колеса поворотные с блокировкой. Чтобы заблокировать колесо, поверните фиксатор по часовой стрелке. Если вы едете по неровной поверхности, например, песок или снег, колеса лучше зафиксировать. Колеса легко снимаются. Передние при помощи красной кнопки сверху, задние с помощью кнопки по центру колеса. Внизу мы видим вместительную корзину для покупок. Ручной тормоз блокирует сразу оба задних колеса. Чтобы притормозить, нажмите на ручку. Чтобы поставить коляску на тормоз, зафиксируйте ручку при помощи красного держателя. Ручка с мягкими накладками регулируется по высоте при помощи боковых кнопок. Ширина рамы TFK Twinner Twist Duo 75 см. Сложить раму чрезвычайно легко. Ослабьте фиксаторы по бокам. Приподнимите красный держатель. Подтолкните ручку вперед и поднимите каркас корзины.
Имейте ремешок от раскладывания. Чтобы разложить раму, ослабьте этот ремешок. Потяните ручку наверх. Опустите держатели. И корзину. Готово! В комплект TF-Cut Winner Twist Duo входят две люльки с накидками, капюшонами и матрасиками, прогулочные блоки с капюшонами, накидками на ножки и бампером, крепление для люльки, две москитных сетки, два дождевика, шасси с колесами, две сумочки и инструкция.